Так, ребят, заехал на Гоголя, и вот хотел бы пообщаться с Ирой, потому что Ира у нас такой, как правильно выразиться, продвинутый наркопотребитель был, ну, именно вот уже, я имею в виду, такое новое поколение, не такие вот там пенсионеры, как я, которые там цыгане, маг там и все остальное застали, а именно новые. Вот хотел бы пообщаться вот по поводу того видео, которое там мелькало в последнее время, там у нас в Так, приехали. Привет, говорю. Как зовут? Ира. Ира, сколько лет тебе? 25. 25 лет. Какой город ты прожила? Город Егорец, Подмосковье. 120 километров от Москвы. Ага, все, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты приехала к нам. Проблема какая у тебя, Ира, была? Наркозависимость. Наркозависимость. Скажи, пожалуйста, ты поняла, да, что за ролик, что за видео мелькает? Да. Можешь рассказать, во-первых, почему это все случается? Ну, люди устраиваются на работу закладчиками. И, ну, как бы потом, наверное, из-за того, что, ну, как бы я знаю просто тоже людей... Они употребляют и не раскладывают то, что им дано. Сжирают, как бы, короче, да, груза. Да, просто сами сжирают вес, и за них выставляется награда в определенных группах, что надо сделать, там, сломать палец, изнасиловать, побрить на лысо, облить зеленкой. Определенная награда выставляется, выставляются фотографии, данные паспорта, где живет, где что. Слышь, ну, каждый, ну, смотри, вот, например, ты, ну, и каждый, в принципе, зависимый понимает, что, во-первых, за закладки срока дают как минимум лет от 10, наверное, там идут срока, если не от 15. Ну, и плюс, вот, если ты сожрешь груз, вот такие страшные вещи происходят. Почему люди идут и продолжают все равно это делать? Ну, мы так же ходили, меня это не останавливало. Но крыша едет, ты не понимаешь, что я хочу сожрать, понимаешь, что у тебя нет денег, а здесь нафига себе, у тебя там полтинник сотками это все лежит. И то есть ты не замечаешь, как ты, ну, всем раздаешь это, во-первых, и тебе плохо. Ты, ну, даже если ты разложил, как бы все равно в основном люди перезабирают это все, и они не думают о том, что там есть паспортные данные, потому что сейчас на магазин, ну, никак ты не устроишься без фото. Ну, ну да, там, да, с паспортом фоткаешься. То есть, как бы, ну, об этом не думаешь в тот момент, когда употребляешь вообще. Ну, ты то кидала есть... или нет, давай так? Да, было дело. Ну, тебя ловили? А? Ловили тебя? Нет. У нас получилось так, что мы работали на магазин, на, в общем, на другой город. И как бы, ну, когда мы забирали, мы видели, что там стоят такие охрененно крутые тачки, в общем, и мы киданули магазин, и мне прислали это видео, что с тобой будет то же самое. Но а мы... что за видео прислали? Ну, как девчонки отрезают палец, короче. Прям реально это видео? Да, не и мне прислали просто ее на телегу и говорят, ну, с тобой будет то же самое. И мы как бы, ну, остались в своем городе, мы не поехали больше, мы перестали работать там с этим магазином. Как... Ну, было страшно, на самом деле, мы месяца два из дома не выходили. Ну, самое жесткое видео, которое ты видел, аж понимаете, самое много... Самое жесткое видео, я знала девочку, соседний город от меня, в общем, ну, она киданула вообще, ну, там все зависит от извращенной фантазии вообще хозяина. Ну, и зависит, наверное, насколько ты кинул. Нет, принципе, это зависит от фантазии, потому что я знаю людей, которые кидали там, ну, на 200 грамм, и, ну, как бы ничего, кроме зеленки, не было. А девчонка кинула на 20 грамм, знакомая, просто я видела, ей 15 лет. Выставили ее, объявили за нее награду, в общем, ее изнасиловали пятером, мне показывали это видео. И на самом деле, ну, вообще просто сломали там всю психику. Она там, ну, на видюхе орала, что это не я, там меня попросили это сделать, но никому это не докажешь, как бы. Но это вот была награда магазина, он сам выставляет, как бы, владельца этого магазина, то, что надо сделать. Ну, а что в основном за награды? Это что? Что ну, в основном там, либо деньгами, ну, скажем, деньгами, потому что это люди, которые, ну, какие не какие суммы? Что это за суммы? Ну, то есть, допустим, не знаю, последнее то, что я помню, тоже знакомые ее выложили, там, 10 тысяч за то, чтобы ее облили зеленкой. Десятка, чтобы да. зеленкой облили? Вот за эту девчонку, по-моему, 250 давали. Вот которые насиловали пятером, да. И нужно, короче, на видео снять и скинуть, да, иначе снять и скинуть. Это не работает, короче. Да, иначе нет, тебе никто не поверит. Как бы, ну, снимают вот это все. И... Она там говорит мне фамилия свое. Блин, Ира, это такой ужас, и ты говоришь, я хочу поехать домой. Ты что, блин? Блин, ну... у меня просто пурга началась, не знаю. Блин, я просто приболела, временно. Лежала, и да. вот это вот одна в своих мыслях. Да, пурга временная, просто... блин. Ну, а ну, да, уехать вот в этот ад, который ты рассказываешь, ну, блин, просто... Это вообще очень страшно. На самом да, деле, ты... что когда ты людей прям знаешь, ну, как бы, ну, вот я сидела с ним, там, грубо говоря, неделю назад, да, и просто мне через неделю показывают это видео, вообще в шоке. Думаю, вообще бедная девочка, 15 лет, просто 15 лет. Ира, давай с нами, оставайся. Да, конечно, я останусь с вами. Да, живи классной, хорошей жизнью, очень хочется, чтобы у тебя все получилось. Знаешь, с такого ужаса, знаешь, я когда употреблял, у нас таких ужасов не было. Знаешь, там, ну, тебя могли там нагрузить на бабки, побить, избить, ну, точно не на камеру там насиловать, ломать пальцы и все остальное. И поэтому я очень рад, что ты здесь, что ты там сорвалась из всех этих ужасных вещей. Да, я тоже очень рада, на самом деле. Так бывает, но моментами, ну, это просто эти перепады настроения. Ну, я употребляла соль, потому что, ну, очень долгое время, как бы, у меня за минуту может настроение поменяться. Так это я все понимаю, конечно. Хорошо. Ну, все, хочу передать привет. Можешь передать привет своей любимой мамульчике? Смотрит она, да? Да, она, конечно, смотрит. Вообще, я с ней созваниваюсь, у меня мама там тоже говорит, я Библию себе заказала, для меня это вообще шок, как бы. И своей тете, которая, ну, тоже искала вот этот центр, когда я лежала в больнице, своей семье Панина.
своей тете Наташе. Короче, они все были подписаны на меня, походу. Да, и все смотрели. Я знаю, что она сейчас смотрит, потому что мне говорила, Лик, снимайся обязательно, чтобы мы тебя там смотрели. Все, класс. Всем привет, люблю. Спасибо.